Прошу прощения, что я в рабочем, прошу прощения. Я только с работы приехал, весь грязный. Курю трубку. Трубка у меня в осознанном возрасте, можно сказать, первый раз. Трубку я купил, как мне сказали, это груша. Из груши средней ценовой категории, тысячу с небольшим, в специализированном магазине. Есть в табачках по 300 рублей, я не стал брать, не знаю. То сюда я сейчас засунул фильтр. Фильтр запихал от сигареты по колхозному. Трубка мне понравилась своим цветом. И как там вот это вот. Все, ну, я взял ее. Грубо говоря, это моя первая трубка. Там никакого там дедушки своего, там еще что-то. Как красиво табак горит. Что я хочу сказать. Когда я первый раз закурил, я ее кочегарил. Еще в не знаю, прям, наверное, так не курят. В конечном итоге я обжег себе язык. Мне казалось неприятно, крепко и вонючий какой-то табак. Кстати, табак. Сейчас, секундочку. Табак купил. Посоветовали там в магазине вот этот. Мне он не особо зашел, понравился, не понравился. Ну, может, я просто не умею еще пользоваться трубкой. Забивал так, как придется. Сейчас забил и засунул фильтр, хоть и от сигареты. Вон, от Винстона. И то нормально. Что хочу сказать. Поначалу я хотел от нее избавиться. Она покурила ее два раза. Еще вот этот обожженный не было. Уже чуть ли не продавать. Ну не знаю. Блин, курил я самокруточный табак. Он мне больше нравился. Есть у меня. И у меня есть и парилка. Вот такая, грубо говоря. С классной вонючкой. Есть у меня и забивалка для такого табака самокруточного. Ну, грубо говоря, вставляешь гильзы, забиваешь. И к чему я хочу сказать? Наверное, это как наркотик какой-то. Эта трубка. Не то, что прям наркотик. Она чем-то как колдовство, что ли. Денек она у меня осталась. Два. Я этот первый кисет еще не докурил. Я не хочу ее продавать, я хочу уже курить трубку. Ну, конечно, ее не покуришь так, ее надо курить в спокойной обстановочке. Там, я не знаю, с вином. Ну, на данный момент у меня пивко. Так что как-то вот так.